Всем привет! Это секретное видео на канале, о котором не знает Вадим. Сегодня мы будем с вами... Что с вами делать? Смотреть все мои постройки. Так. Первое, которое у нас есть, это яблоко-качок. Дальше у нас есть кукуруза-качок. Вот они в тиме. Вот они в сравнении с вот этим. Вот. Ага, дальше у нас качели. Я попытался их нормально сделать, но не получилось. Только чел из них вылетает. Единственный минус. Дальше у нас идет летательный аппарат. Я вот такую кожу сделал. Ну, это та же самая фигня, только с колесиками. И она тоже летает. В общем, даже лучше. Потому что она не болеет. Вообще, как бы колеса одни. Невесомые. Для того, чтобы вообще летало. Дальше у нас идет вот такой вот летик. Вы могли его видеть в моих роликах. Так, дальше у нас такой вот монстр идет. Вот у нас еще есть монстр. Дальше у нас есть монстр, качок. У нас есть мелкий качок. Качок. Вообще раздолбанный монстр, он так и называется. Так, тут у нас есть защита. Еще у меня даже хорошо работает. Дальше у нас чел вот такой вот, который прикольно делает вот это. Так. Вот тут у нас башка есть. Или чел без башки, но только он вообще без всего тела почему-то. Почему? Непонятно. Обычная машина. Я пытался танк сделать. А здесь ворон. Кстати, есть и ворон. Прям маленький ворон. Это червяк есть. Дальше у нас идет скелетик, тот, который танцует. И еще. Большой. Я всех чубериками называю.
чубриками, чубриками. Да, это только чубрики. Да, это нету этого. Да, тут чубрики. Ой. Чубрик, потому что он так на половину раздолбанный. Точнее, практически на всю раздолбанный. Ладно. И вот самое последнее. Это постройка из супермина. Но она ни хрена не взрывает. Так. Это все мои постройки. Ну, модов у меня никаких нет. А, я придумал, что можно с вот этим делать. Сейчас у нас будет замороженное тело качка. Да, это тело качка, потому что... Вот, сравните его с телом обычного чубрика. И сравните его с телом качка. Так, всё, у нас заморожено. Эту хрень можно убить, где она не пригодится. О, чисто коляска. Так. Иди нафиг. Так. Работает хотя бы. Ну, как же печал стоит. Сейчас я удивляюсь, что... Ох, опа-на, ошибочка. Ладно, я что-то потом исправлю. Покажу, что я сделал. Так. Ну, в принципе, все. Сейчас вам кое-что покажу. Так. Переходим на другую карту. Так, я сказал, переходим на другую карту. Так, вот моя другая карта. Это магнитская карта. Вот здесь я создавал все эти чубрики. Вот он клубника. Упсик. Вот он картошка. Ну, либо каменный чувак. Что вам лимон? Вот я тоже оживить могу. Кстати, лучше я вот этого постройки лимона использую. Так, стоять. Да, блин. Так, все это оживить.
Не обязательно его, конечно, всего выделять. Ну ладно. Лемон. Так, вот лемон. Он даст листики. Опс, много не доделали. Ну ладно, страшно. Ай, фу, все, это у меня закончилось.